Учреждения здравоохранения возвращаются к прежнему режиму работы после пандемии. В детской поликлинике номер 4 обследуется 10 тысяч детей. Большая часть из ребят уже в этом году пойдет в детский сад и школу и, соответственно, будет проходить медицинский осмотр. Чтобы записать ребенка на медосмотр, необходимо обратиться к участковому врачу или выбрать удобное время визита на портале госуслуг. Работа врачей организована так, чтобы не было очередей. Первым нужно будет посетить педиатра. Большинство родителей уже получили направление в детские дошкольные учреждения. Для того, чтобы пройти медицинский осмотр, мы рекомендуем обратиться к вашему участковому врачу-педиатру. Врач просмотрит медицинскую документацию ребенка, определит тех специалистов, которые необходимо допройти, а также выдаст все необходимые направления на лабораторные и инструментальные исследования. На эту встречу можно прийти без ребенка. Медицинский работник расскажет, каким специалистам нужно показать малыша. В списке будут невролог, детский хирург, стоматолог, офтальмолог, психиатр, акушер-гинеколог и уролог-андролог. С 3 лет детей также осматривает логопед. Вера Антонова с сыном Артемом готовится к садику. Обследование у специалистов – обязательное условие для дошколят. Врачи отмечают, что такие осмотры помогают с ранней диагностикой заболеваний. Они позволяют выявить проблему там, где родители ее и не подозревали. Педиатр направил проходить узких специалистов. В принципе, все это очень доступно и быстро. Записались через сайт госуслуг. И все, в течение 2 дней мы прошли узких специалистов. Невролог, офтальмолог, лор-врач. Вот. Ну, все быстро, доступно. Также во всех структурных подразделениях детской поликлиники номер 4, кроме дней здорового ребенка, действует диспансерная суббота. День, когда родители за одно посещение поликлиники могут пройти всех необходимых специалистов. Оставшиеся вопросы ульяновцы могут задать, позвонив на телефон горячей линии 8 800 273 07 или написав WhatsApp приемную необходимого медицинского учреждения. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.